Низким поклоном, минуты молчания и сотнями красных гвоздик почтили память советских солдат, воевавших в Афганистане. Отдал честь погибшим товарищам и Геннадий Бурмистенко. На глазах слезы, на груди орден Красной Звезды за спасение экипажа БМП и вывод роты из-под огня. До сих пор все это в памяти. Первые 3 года и по ночам иногда. Жена будила меня, что ты кричишь. То есть чисто психологические нагрузки. Все это давало, возвращалось долго очень. 3000 крымчан призвали в 1979 году выполнить свой долг перед Родиной. 191 из них не вернулся домой. Ну а выживших не перестают награждать и по сегодняшний день. Награждаются Сергей Яковлевич Древо, член Феодосийской городской общественной организации, ветераны Афганистана и других локальных войн. Дух патриотизма передают и подрастающему поколению, воспитанникам кадетских училищ, школьникам. А на главной площади крымской столицы развернули выставку военной техники. Дети забирались внутрь боевых машин, солдаты объясняли, как они работают. Вот этот бронетранспортер способен следовать за танками, сходу преодолевать окопы и траншеи. А вот уже рядом 152-миллиметровая гаубица, предназначенная для уничтожения средств ядерного нападения. Максимальная дальность стрельбы – 28 километров. Чтобы залпы этих орудий не было слышно над головой в будущем, знать историю и хранить память о прошлом. Наталья Жадько, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.